Хорошо, у тебя сейчас время есть на урок, да? Да. Хорошо, смотри, только сразу тебе говорю, то есть я не могу тебя учить, как учили меня. То есть я для этого имел 5 уроков по 2 часа, вот, Компьютер платил зачем? девочки, пожалуйста, тише. Конечно, как? Платил за это $200. Да, Вот, понимаю. да, тебе я просто буду говорить, что тебе нужно делать, и ты в результате будешь. Ты сколько, какой сейчас у тебя баланс на счету? Сейчас тебе Сколько скажу. прибавилось? То есть точка, есть такое понятие точка А и точка Б. То есть точка А у тебя была, по-моему, $20 или 21, не помню. Ну, была, смотри, 21,85 я зашел, когда биток стоил 15 100. Вот, вчера он... Ну, я ничего, просто я купил его. Хорошо, сколько сейчас? Точка Б какая сейчас? Ну, сейчас у меня 21,86. Был этот 23 с Я чем-то. понял, то есть пока ничего не поменялось. Нет, на счет не Хорошо. поменялось. Хорошо. Так, хорошо. Давай тогда все, показывай свой экран. Вот, и я тебе буду показывать. Есть. Умеешь показывать? Да, есть. Да, вижу. Так, хорошо. Хорошо. Ага. Есть. Значит, что теперь смотри. Я присылаю в чат сигналы. Ты их видишь, да? Да. Хорошо. Так, как это пока временно убрать? Ага, пока я убрал временно. Ну давай тогда открывай сигналы. Да, тарифы получается. Так, я куда делся твой сигнал, не могу понять. Вернее, куда делось твое изображение. А, вот, все нашел. Открывай теперь у себя на компьютере сигнал мой. Открыл. Так, смотри, то есть он, я не, дело в том, что я вчера его поймал на минимуме, а вообще Ripple это топовая монета, альт, то есть это топ-10. Он обслуживает различные банковские учреждения, финансовые системы, поэтому он достаточно востребован. Поэтому то, что он был внизу, это хорошо, но это могло быть недолго. Поэтому тебе сейчас надо скопировать вот это XRP его. Скопируй XRP, название его. И открой у себя, я тебе говорил сайт, на котором надо смотреть состояние валют. Нет, Тогда набирай CoinMarket. Да. Да. И вот теперь вводи сюда эти буквы Ripple. XRP, по-моему. Да, вот он. Так, и теперь мы смотрим. То есть, по идее, вчера был минимум какой-то. Так, зайди на CoinMarket. Надо же видеть, что с ним сейчас. Не, имеется в виду ниже график. Так, теперь вот слева один день. Один день, да? Так, видим. А ну давай тогда. Так, я давал сигнал. Давай посмотрим, какой сигнал у меня на Телеграме. Вот видно? 252, да? Не, подожди. 1574, да? Да, 1574 Не-не-не, да. 1574. То есть сигнал 1574. Теперь смотрим, сколько сейчас. 1659. Вот это вот, да? Биткоина просто, да? Да. То есть видишь, да, что он уже поднялся там на 5% за вчерашний день. Да. Так, опять вернись к графику. Так, вернулись к графику. Так, вот он сейчас. Ну, в принципе, можно на сегодняшний ставить на сегодняшний курс. Хотя если вчера поставили, было бы лучше, конечно. Но ничего не сделаешь. Все равно, судя по всему, он будет подниматься. Чё ты психуешь? И поэтому
Так, заходи на биржу. Так, смотри, вот слева, там, где у тебя нажато биткоин, слева. Да. Не-не, это эфириум, вот слева биткоин. Да, это ты, мы пока торгуем на, за биткоины. То есть любую валюту за биткоины. И так же самое, как у тебя было на счету сначала доллары, ты их переводил на биткоины. Кстати, пока я этого никогда не делал, у меня сразу на биткоины приходило, поэтому потом покажешь. Или сейчас покажи, как ты это вчера сделал. А, вот сюда. Здесь. А, прямо здесь, да? Ну да, как и другую валюту ты покупал, здесь купил. Ну, нормально, да. Да, ну для техподдержка сегодня ответила, она говорит, можно либо вот такой вот рыночный ордер, либо к лимитному ордеру. А лимитный ордер это что? Лимитный ордер это когда ты ставишь стоп-лосс на импорт. Так, ну ты научился уже как стоп-лосс ставить? Нет, я это не делал еще. Хорошо. Я раньше трейдингом занимался, ходил на курсы. На обычный трейдинг? Да, на обычный трейдинг. Ну ты что-то помнишь из этого? Да. Ну замечательно, тогда у тебя должно хорошо все пойти. Отлично. Так, хорошо. Ну давай, возвращайся тогда к ставке. Не к Ripple сюда. Так, хорошо. То есть мы выбрали это, теперь Ripple ты набрал и что у тебя? Мам, тоже новая, всю же шапку ношу, только да, тебе. А, хорошо. Так, теперь опускайся ниже по графику. Ниже графика. И запомнил, насколько тебе нужно ставить. В смысле, 16, вот этот вот то, что? 16.59? Ну да. Ну давай еще посмотрим разик, график. Может поставим чуть ниже. Ну и все равно теплее, потому что ты там меня останешь, а меня туда не будет. А по холике меня будет. Не, на график, вернись на график. Куда? Вот этим. Еще. График. А вот это красиво. Так, у тебя один день, 16.59. Так, ну, некоторый там риск будет, но не такой уж большой. Вот. То есть тут уже как бы всегда, так как ты уже знаешь, что торговля на бирже это всегда некоторый риск. Вот. То есть можно, конечно, предположить, что сейчас график уйдет немножко ниже, и что можно будет... Все уже, до свидания. Так, подожди, а чего ты говоришь 16.59 или 15.69? Какой сейчас курс? 16.59. Ага, да, тогда все правильно. 16.59. Ну, смотри, то есть тут ты выбирай. Или если хочешь прямо сейчас купить и потом прямо сейчас продать, то ставь на курс, который сейчас. Если ты предполагаешь, он может, денег у тебя немного, и что ты можешь купить, и когда он немножко опустится, ну, можно пытаться так сделать. Так подожди, смотри, у меня еще вот то, что вот сумма баланса наверху, она еще плавает. Мне надо закрыть ордер, получается, правильно я понял? Зачем? Ничего тебе не надо делать. Угу. Так, смотри, теперь смотрим сюда. У тебя сейчас значение 15.050. Видишь? Да. Да. То есть ты, получается, а CoinMarket немножко, скорее всего, если там 16.59, то... Ливкоин биржа запаздывает, я сегодня уже это вывел. Поэтому ты давай став вот 15.050, опускайся ниже и ставь в покупке 15.050. Только я не понял, что у тебя. Я хочу купить. Ну конечно ты хочешь купить. Пишу биткоин, да? Не-не-не-не-не. Ты ставишь цену за биткоин. Только давай поднимись еще раз. Поднимись еще раз. А, все правильно, да. Да, ставь 15.050. Так, есть. Теперь на сколько денег хочешь купить? Ну, я думаю, так как у тебя денег вообще мало, опустись ниже. Нет, опустись ниже. Вот там, где вы потратите. Там, где вы потратите. Куда ты пошел? Выйди, выше, выше. Вот.
У тебя вот этот вот эти квадратики, это у тебя твоя ставка. И тут пишет, потратите 0. Так, поскольку ты хочешь, чтобы растянуть эти $20 максимально на большее количество ставок, или ты хочешь сильно не заморачиваться? Ну, сильно заморачиваться не хочу, я хочу их, как это говорят, разогнать счет. Разогнать счет. Ну, тогда вставь на, вот так и ставку, что оно тебе подсказывает. Это на 50 тысяч сатоши, да. Все, нажимай купить. Ну, смотри, здесь вот есть рыночный ордер, вот, а есть линейный. Линейный ордер, это когда есть стоп-лосс и тейк-профит. А, смотри. Ну так что ты хочешь? Если ты сейчас поставишь это, ты есть шанс, что ты купишь 15.050. Если ты хочешь по цене продажи купить, так посмотри внизу, у тебя там 15.078. То есть ты можешь купить дороже прямо сейчас, а можешь поставить и надеяться, что сейчас произойдет покупка. Туда не лезь вообще. Вы потратите. Нет, туда не надо лазить. А, вот здесь. Да, ты пишешь, сколько ты хочешь денег потратить. Это проще. Когда у тебя будет много ставок, много таргетов, то ты будешь одинаковое количество денег тратить. Угу. Подожди, а ну вернись. По-моему, он пошел вверх. Да, ты видишь, пока ты чесался, да, ты. А вот опять. Все, давай, нажимай, то ты так никогда не купишь. Так. Ага. Не понял, а что это он? Ты же больше вроде ставил. Ну нажми, жми уже. Что он пишет? Минимальное количество должно быть. 0,001. Ну а у тебя же больше, у тебя же 0,05. Да. А ну убери, сделай 0,01. 0,01. Нет, да. Нет. 2,01. Да, пробую так. Так, а ну давай, заходи теперь. Так, только не надо переходить, дублируй эту вкладку и переходи на счет свой. Там не копировать надо, надо сразу нажимать, но оставить, делать копию закладки. Ты видишь, здесь тогда? Нет. Нет, вот тут там, где твоя закладка сверху. Сверху. Да, вот тут нажимай правой клавишей, и там будет у тебя дублировать. И тебе не надо по новой все заносить. Понял, да? Хорошо. И теперь заходи на баланс. Так, и смотрим. То есть у тебя в долларах всего там 0,6, а да, ниже опускайся. То есть у тебя в биткоинах всего. Ну так у тебя есть деньги. У тебя нормально 0,01. То есть это $20, это. Ну да, это где-то так, наверное, и есть. Ну, возвращайся опять. Так, тут ты правильно поставил 15 тысяч. Пробуй еще раз. Вы потратите. Пробую еще раз. 0,30, пятерка. Подожди, еще не вошло. У тебя не возникло ни. Нет. Минимальное количество 3. Ну так ты же тратишь больше. А ну попробуй там, где цена за биткоин, .0 сделать. Не-не-не, ну да. Попробуй. А, подожди, вы купите, может быть. Давай по новой возьми. По новой зайди, сделай вкладку. Может, ты наклацал там с верхней частью ставки. С
сделать до нового. Не надо копировать, повторяю, нажимай дублировать вкладку. Давай опять торговля. Иди вниз. Цена за биткоин. Не смысл покупать, я могу. Мне же его надо продать. Да. И что? Ну, а мы его покупаем, ну что у меня покупается? Для того, чтобы что-то продать, надо сначала купить. Я вчера купил. Подожди, ты вчера купил? Да. Я вчера купил, у меня сначала пополнил счет, у меня было здесь 21.85. Счет никуда не девался вообще, то есть не двигался ни вниз, ни вверх. Потом я спросил техподдержку, что как. Вот. И они мне сказали, что вы можете... А, они мне ничего не ответили. Я думаю, что делать? Ну, что у меня появились биткоины, и я просто возьму, куплю его. Здесь появилась цена за биткоин. Подожди, зайди опять в счет, в правую вкладку. Так, и давай смотрим, где твой, подожди, смотри, справа скрыть нулевые балансы, нажми кнопку. Справа синяя кнопка, скрыть нулевые балансы, выше, ниже. Так, и все, идем вниз смотреть. То есть у тебя есть биткоин. Где, ты сказал, что ты дал заявку, подожди, ты говоришь, что ты его купил, я его не вижу. Вот. Так это ты биткоин купил? Ну да. Я тебе говорю про на левую вкладку опять. Опустись на таргет. Так, почему здесь у тебя не получается сейчас покупать? Я вот этого не пойму. Ну, сделай там 15, сколько сейчас курс такой? Ну, потому что мне его надо продать. Тебе не надо продать. А, подожди, тебе вообще сейчас его покупать? Так ты его не купил. Мы же только что на правой вкладке смотрели. Тебе биткоин не надо продавать. Ты за биткоин торгуешь на этой бирже. То есть у тебя сейчас есть этот биткоин, и ты на него хочешь купить вот эту валюту Ripple. Понял? Вот, и теперь иди опять, пытайся опять выставить, вот опять он 15.050. Исправляй на 15.050, цена за биткоин. Не лазь, не бегай ты по экрану. Тебя интересует, когда ты хочешь купить только вот это два квадратика, купить, продать. Все. Не надо, уберите девятки. Вот эти? Да. Точку лучше не трогай, ты потом ошибешься. Ну пробуй. Да. Пробуй еще раз. Да. Не пускает. Ну, слушай, я опять же, первый раз я такое наблюдаю, поэтому, наверное, надо опять поддержку писать. То есть давай еще попробуем там меньшую сумму. Давай попробуем двоечку поставим. Так, сейчас я, может быть, другую тебе какую-нибудь валюту дам. Сейчас гляну. В общем, какой-то... Посмотри. Это биткоин доллар же, парень. Да. Это же не биткоин рубль. Да, точно. А что тут? Куда ты влез? Никуда не влез. Тебе видели, что тут подожди, доллар? Подожди. Вернись на график. Вверх. Так введи сюда. Хорошо, введи правильно, введи сюда Ripple. XRP, да? Да. Да, и теперь нажми, нет, ты лишнее, по-моему, ты что-то не то набрал. Вот он, нет, если, вот, нет. XRP. Не показывает.
бирже. То есть, неужели его нету на этой бирже? Странно, вроде бы топовая валюта. Так, ладно, давай посмотри, что еще в таргете у меня. В сигнале, в чате. Доги. Ну давай доги тогда. Доги тут точно есть.